В преддверии Международного женского дня 8 марта с праздником представительниц лучшей половины человечества, женщин, которые трудятся в различных сферах и вносят значительный вклад в развитие региона, сердечно поздравил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Церемония чествования женщин состоялась на базе центра Анагатагзам. Женщина – хранительница очага. Они успешно справляются не только с домашними делами, но и в карьере. На встрече, которая прошла в центре Анагатагзам, аким области Нуржан Нуржигитов, поздравляя представительниц прекрасного пола, отметил, что в нашем обществе их роль значительна. Женщины – это наше все. Без них нам было бы тяжело. В нашем обществе они в почете. В нашей истории насчитывается немало прославленных женщин. Хочу поздравить вас, дорогие дамы, с праздником 8 марта. Желаю вам здоровья и успеха во всем. В последнее время мы видим, что женщины успешно проявляют себя во многих сферах, будь это бизнес, медицина, политика, культура. Именно женщины делают немалый вклад в развитие демографии как нашего региона, так и нашей страны. Если верить данным областного департамента статистики, на 1 января этого года в расчете на 1000 женщин в области приходится 984 мужчины. При этом на 100 девочек рождается 106 мальчиков. Хочу сказать вам спасибо, что позвали и поздравили нас. Хочу отметить, что я многодетная мать и предпринимательница. На грант, который мне предоставили, я открыла дело. В сфере образования я работаю 35 лет. Это честь, что присутствую с вами на такой встрече. Хочу сказать спасибо за оказываемую поддержку. Мы это ценим. Собравшиеся на торжественной встрече дамы выразили благодарность акиму области за организацию данного мероприятия. Женщина – это символ гармонии и грации. Современные дамы успевают в этом мире многое и воспитать детей, и при этом оставаться успешными на работе. Представительницы прекрасной половины человечества сегодня принимают активное участие в социально-экономическом развитии нашего региона. Валихан Талгатов, Наимбек Бакбанов, Тлеукабул Саржанов, Айкын Акпарат.